Нет, выходит вот он. Итак, всем привет, ребята. Сегодня мы собрались. О, покажи, уточки заходят. Вон они. Ребята, сегодня мы будем на полосе ждать вот этих вот крикошей. Еще не успел разобрать ружье. Поснимай меня теперь. Ребята, сейчас поставим профиля, чтобы наши крикоши налетали. Покажи, что такое профиля. То есть вот они, гусиные профиля. То есть плюс с собой еще есть утиные чучела. Тоже просто их на полосу поставим. Может, кого-то приманят, не знаю. Полоса здесь убрана, здесь вот не убрана. Мы будем сидеть на границе с убранной, прятаться. Вот здесь вот тут будем. Вот такое место, то ли курган это, то ли просто барсучий норник. В общем, прятаться будем здесь. Сейчас расставляем профиля, чучела. Все, ждем, надеюсь, что наши крикоши прилетят на нашу полосу. И мы что-то добудем. Все, что добудем, вам покажем. Вон эти четыре штуки так и кружатся. Все, удачно мы приехали. Так что быстрее расставляем профиля и ждем наших крикошей. Помогает мне сегодня Наташа. Скажи всем привет. Всем привет. Чучела, утины. Буду расставлять уже. Вон тоже один, смотри, заходит. Отлично. Маленько поздновато мы приехали, но лучше поздно, чем никогда. Пойдем. Профиля специально ставлю не слишком глубоко, чтобы они возвышались, так скажем, над растительностью, над местной. Думаю, будут они приманивать крикошей. Посмотрим, что из этого получится. Так, три так. Половину профилей ставлю так, половина под 90 градусов, чтобы с какой стороны утка не залетела, то есть она бы видела эти профиля. И примерно такое же количество. Смотрите, как сделан профиль. То есть фанера вырезана, руками раскрашена. И палочка такая вот сделана. Ну, то есть все гениальное просто. Сегодня узнаем, будут работать они или нет. Так что делаем ставки, господа, что мы сегодня с Наташей добудем. Сейчас еще утиные чучела просто наскошены. Не знаю, стоит их вообще выставлять или нет. И так уже утка летает. Маленько опоздали мы. Пошли сюда. Прятаться будем вот в такой вот местности. Смотри, это ж под ноги аккуратней. Здесь, вон, видите, барсук живет, нарыл. Ну и все, а утины чучела получается просто ложим. Кладем. Не самого красивого? Нет, здесь красивее есть у меня. Просто их ложим. Утки будут подлетать поближе. Может быть, тоже отреагируют на этот момент. Вон уточка заходит, смотри, какая косина. Видишь? Так что летают они здесь. Все, ребята, сейчас идем, маскируемся с Наташей и ждем, пока налетят наши крикоши. Охотиться сегодня будем. Ребята, вот с таким вот ружьем у меня. Ружье ТОС-87. Стреляю я порохом Драга, самозарядными патронами. Вот такие вот патроны получаются. Ну, самозарядные. Влазит у меня, я даже сам не знаю, сколько. Сейчас посмотрим. Вот один в патроннике патрон. И сколько сейчас войдет в магазин? Раз, два,
три, четыре. Ну-ка, еще один. Пятый уже. В общем, получилось. И зарядка полноценная. Никого у нас тут не летит. Вроде нету. Все, ребята, ждем наших крикошей. Надеюсь, они прилетят. Заходит уточка одна. Пригнулась. Далековато, е-мое. Видишь? Облетело нас. Что-то. Да все, не пригнись. Где вот там? Давайте, где? Не вижу. Вот они заходят, сейчас стрелять буду. Так, две штуки сбил. Я вам пошел искать подранок. Давай. А первую ты не видела, куда упала? Посмотри первую, я пойду тупо ищу. Молодец! Наташа он нашла уточку. Сейчас бы мне бы еще этого найти. Где он? Ё-моё, ну на полосе-то уж. Должны мы найти его. О, вот он, ребят. Отличный крикашек. Ладно, побежали быстрее прятаться. Чё? Ну а я что сделал? Наташа говорит, что утки еще сзади меня летают. Так, заходит табунок. Где они там? Ага, тут пока. Ну, скала-то собака. Далековато, чуть поближе бы. Ёлки-палки, вот это сегодня стрельба. Только патроны надо успевать подавать. Да. Ух ты. Так, упал куда-то. А куда? Я не засек, но теперь смотрел. Ладно, сейчас будем искать. Так. Что-то патрон заклинило. Моя GoPro, ребята, что-то зависло. Так, тихо. Давай, снимай. И Наташа снимает на телефон. Потому что утки летят. Ё-моё, а я мажу. Раз. Два, три. Кого еще надо найти? Я не засек, куда упал. Вот идем искать. Наташ, пошли тоже. Поможешь искать, чтобы быстрее просто было. Ну, сбил я его где-то здесь. Куда он примерно падал? Фиг его знает, да? Ну, еще солнышко сейчас быстро должно найти. Ё-моё, вон они летят, как раз утки. Вон они, крикашики. Так. Ёлки-палки. Блин, время-то такое, самые утки летают. Как так, на полосе-то не найти, что это уж такое? Так, ребят, пока что удалось добыть двух таких вот отличных крикошей. Вот они, собственно говоря, зачем мы и ехали с Наташей. Стрельнул три раза, налетели хорошо, что-то первым нормально выцелил, вторым уже как попало он комом, и начал просто смотреть, он уже, ну, куда упал, потому что он под ранком падал. Ну, подошел, видели вы, он уже готовый был. Одного, в общем, Наташа нашла, одного я, так что все нормально. Стрельнул, еще всего поищем где-то одного. Наташа на телефон снимала у меня
GoPro что-то это пока туда-сюда включал, запищало как-то, что выключил, села батарейка. В общем, одного еще застрелил. Не заметили, куда упал. Найти не смогли. Сейчас маленько перестанет летать. Еще раз поищем, попробуем, сходим, посмотрим. Так что охота только началась. Сейчас на зорьке, не знаю, может быть, плохо будет видно, но крикоши в любом случае еще прилетят. Так что смотрим дальше. Думаю, дальше будет интересно. Да, Наташа? Да. Заходит там табунок, ребят. Ага, ладно. Пригнись пока что. Да не бойся ты. Идет. Далековато маленько, но можно попробовать. Далековато. Ладно. О, вроде сюда целится. Летят. Давайте. Блин, хоп, и стороной маленько, тихо, пригнись. Ты не шевелись. Ну, пригибайся, не шевелясь. А, вон еще на нас идет, да? Да, тихо, не шевелись сильно так, Наташ. Видишь, на нас летят? Вот, должны лететь. Буду стрелять. Есть. Так, один туда упал, я увидел куда. А один? Вот тут где-то. Давай я. Все, пошли искать. Да, видно хорошо вон. Ну все, что его искать, пошли здесь искать. Так. Где-то тут. Так, я того, пока тот крылья не опустил, пойду заберу. Вот он наш крикашек. Отлично, я в него попал. Наташа сейчас там еще одного ищет. Посмотрим. Может быть, найдет. Такой вот крикашок. Ложим на место пока. Так, видели, куда упал? Что-то не можем найти. Вроде комом падал, хорошо. Наверное, подранок. Где-то присел, не можем мы его найти. Вроде еще темно, не темно на улице. Вот он. Отлично. Ладно, нашли. Да. Так, ну а того, что так же по видео посмотрим. Вон, смотри, лебеди как заходят. Ребята, утку вот эту долго искали, что-то. Нашли, вон как раз лебеди заходят, а еще. А? Пошли быстрее. Хо-хо. Прячемся, быстрее. А что ты нагибаешься? Итак. В итоге у нас уже раз, два, три, четыре. Четыре таких вот замечательных крикоша. Думаю, налетит кто-нибудь сегодня еще. Потому что сейчас в сумерках начнет летать. Съемки могут быть плохие. Слышно будет только бах в темноту. Но крикошей мы сегодня еще добудем, я думаю. Вон заходит табунчик. Там, ребят, табунок ходит. Может, налетит. Патронов-то 5. Еще если я 5 раз попаду, вообще хорошо будет. А еще если всех найдем, да, Наташа? Угу. Одну утку так до сих пор не смогли найти. Вроде видели вдвоем, куда падало. Все. Падал вроде хорошо в комнату. То ли под рамком, то ли что. Ничего не пойму. Прятаться-то я здесь негде. Табуны там вон прям хорошие. Штук по 50, по 70 летают. Смотри, видишь, сколько уток? Угу. Это все крикоши. Одного, ребят, все еще вот, который вроде комом падал. Блин, ну, получается, подранок где-то присел. Не можем найти. Вот сейчас еще
последний шанс найти его перед зорькой, скажем так, перед самой. Ходим, ищем. Уже раз 20 круги нарезали. Что-то не можем найти. Блин, наверное, под ранком упал. Он просто под ранком упал и где-то сейчас лежит. Не найдешь его. Вот он. Нет, ё-моё. Уже кажется. Так, сейчас маленько не летало. Попробовали, поискали того, которого стрельнул. Упал. Блин, ну, наверное, под ранком. Просто получается, что сейчас где-то под кочку забился. Лежит. И, так скажем, не шевелится. Куда-то он припрятался, потому что на него еще пока не наступишь, не найдешь, похоже. Ну а так вот всю поляну и скрутили, куда падал. Ну, вдвоем. Не знаю, Наташа уже там все обыскала. Наташа говорит, вообще такого не бывает. Ну правда, ну куда он делся? Ну. Падал вроде хорошо, но, видать, под ранок. И припрятался. Так что, ну не можем найти. Вот хоть что сделай, не можем найти. Ладно, попробуем еще других дождаться. Сейчас по самой темноте должны еще полететь крикоши. Посмотрим, что из этого получится. Пока что у нас 4 штуки добытых, да? Угу, найдены. Показываем. Крикошей. Фу. Так ты их показываешь? Ну ладно. Полнолуние почти. Угу. А уток нет. А что, утки в полнолуние летят? Не знаю. Они, наверное, каждый день... Вообще-то в полнолуние, там магнитные бури. И... Не должны летать. Да. Вот такая вот получилась охота. Я считаю, для раза, для первого мы с Натальей выехали на охоту. Очень неплохо. Добыли 4 крикашика. Такие вот. Отличные красавцы. Ну, еще молодая утка. С пеньками. Поэтому, в принципе, и хорошо, что немного добыли. Осенью мы сюда по-любому еще приедем не один раз. Эти крикоши будут летать сюда. Никуда они не денутся. До самого льда будут ходить сюда. Ну, а у нас результат сегодня 4 крикоша. Сработали наши профиля ручной работы. Их еще мой отец сделал. Работают уже 100 лет. Еще столько же поработают. Ничего им не будет. Много сегодня помазал. Расстрелял почти полный патронтаж. Как-то то не с той стороны вылетит, то неудобно встал, то еще что-то. Всегда хорошему танцору всегда что-то, ребят, мешает. Но как есть, как бы всю правду показываем вам. Ничего мы не скрываем. Бывает, что и мажем, бывает, что и попадаем. Видели, вы два раза по 2 штуки сбил. Одного, к сожалению, так и не смогли найти. Вроде падал хорошо, но решили, что под ранком. Просто где-то, получается, под травинку вот он залезет, когда под ранок. И невозможно его найти, пока не наступишь. Так у нас получилось с Наташей. Мы долго искали, больше 30 минут. И второй подход делали, еще потом минут 10-15 искали, пока еще солнышко было. Но не удалось нам его найти. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Выходит вот он. Эх ты. Ладно.